Фред, игрой я доволен, а вот результатом – не очень. Полузащитник донецкого «Шахтера» заверил, что горняки приложат все усилия, чтобы выйти из группы. Фред прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» в поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов от Наполи. Проигрывать всегда больно и неприятно. До первого мяча команда выглядела хорошо, создавала много опасных моментов, но не хватало чего-то в завершении. Думаю, если бы мы забили, то могли бы добиться победы или хотя бы ничьей. Не стоит забывать, что Наполи 3 очка были нужны так же, как и нам. Во втором тайме они прибавили, мы немного сели назад, закрылись, а после пропущенного гола нам пришлось снова открываться и рисковать. В принципе, нашей игрой я доволен, а вот результатом – не очень. Тем не менее, нам надо набрать еще одно очко. Предстоит сложнейший матч с Манчестер Сити, однако постараемся сделать все, чтобы пройти в следующий раунд, цитирует бразильца официальный сайт «Шахтера». Отметим, что поединок в Неаполе завершился разгромной победой хозяев поля. Также на нашем сайте доступна реакция социальных сетей на фиаско украинского клуба в Неаполе. По материалам сайта news.com.